Я многому учусь у Руни, всему, его отношению к делу, тому, как он тренируется, как себя ведет. Выходя на поле, стараюсь не думать о том, какой матч предстоит, не зацикливаюсь, что я на чемпионате мира, отношусь к происходящему как к обычному матчу. Как оцениваю этот чемпионат мира? Просто фантастика. Красивые голы, атакующий футбол, высочайший уровень. Попробуйте заранее предугадать, кто выиграет чемпионат. Как мы отнеслись к появлению в составе молодых? Да нормально, рады видеть их в команде. Видел ли я Руни настолько заряженным на борьбу? Конечно, и на многих турнирах. Он всегда выкладывается по полной. Даже Лионель Месси не сразу смог приноровиться, проявить себя и забить. На самом деле от Руни каждый раз ждут едва ли не чудес. И мне кажется, слишком заостряют на одном игроке все внимание.